Здравствуйте, меня зовут Арслан, я учусь в учебном центре «Дата», курс робототехника. Я уже второй месяц учусь здесь. В течение одного месяца я научился делать со своей командой роботов, которые выполняют разные функции. Например, один из них выполняет функцию доставлять какие-то вещи. Например, если вам лень вставать, вы можете просто завести своего робота, чтобы он принес вам, например, телефон или зарядчик. Мы сделали около 8-10 роботов моей командой. Я стал в своей команде капитаном, потому что никто не хотел взять на себя эту особенность. Во втором месяце наша команда разделилась, и мы теперь делаем электронику на конструкторе Arduino. Я вам сейчас покажу, что я сделал. Это мигающие фонарики. Они только горят. Они могут просто освещать вам свет, или когда вы спите, если вы не сможете уснуть, можете их просто включить и можете легко уснуть. На этот проект у меня ушло 10-15 минут. Это легко, но если будут маленькие ошибки, вы должны сделать все заново. Я, когда пришел в учебный центр «Дата», я научился многому. Я научился делать, несложных роботов, которые могут выполнять какие-то функции. Я научился тому, чтобы вести себя хорошо, чтобы там никого не подставлять, чтобы у них роботы не сломались. Я теперь могу делать таких роботов на конструкторе Midstorm 3. До прихода сюда я не знал, как делать роботов. Я пришел и смог сделать. Это мне пошло на пользу. И я думаю, что я сделал свой большой шаг, первый.